Ну и когда его, я сидел в райотделе, дверь открытая, следователь опрашивал, я говорю, почему вы не изъяли его вещи и почему вы сразу не произвели, как оно там, по их, ну, чтобы проверить руки, что остались, пороховые газы и тому подобное, что остались на вещах. А перед этим, как он, жена уже потом его увидела, когда он был в больнице, он уже был переодетый, он был покупанный. В больнице. Она его уже, мы, уже видела потом в приемном покое. Молодого. Молодого. Но он уже был переодетый, покупанный и тому подобное. А сотрудники милиции вроде бы пытались искать, но они так не хотя что-то искали ружье. Что не могли видеть, найти ружье. Там вроде бы как пошла, что какую-то запчасть от ружья они все-таки нашли. Нижний приклад, что-то такое, нашли гильзу? Нет, они нашли пыш от... гильзу от патрона. Нет, гильзу они нашли. Я не знаю, что они нашли. Это я посмотрел. Ну, гильзу от патрона точно они нашли? Нет, потом. Гильза остается в ружье. Как? Нет, пыш они нашли. Ну, что в патрон вставляется. Ну, короче, и они сразу же с адвокатом. Бо я так понял, что этот молодой человек только пришел с плавания, чи ходит в плавание, что-то такое. Ну там, видимо, у них, вы знаете, ну то их не дело. Есть у них деньги, то не мои, меня это не интересует, как они живут и что, и тому подобное. Они с адвокатами. И я когда сотрудникам полиции говорил, ну они забрали машину, чтобы делать, да, экспертизу. Машина осталась на улице. Никто ее так и не загнал внутрь райотдела. Я подошел и спрашиваю, почему машина на улице? Машина вообще должна быть, сейчас ее должны описать, опечатать. И, во-первых, начался дождик. Машина должна, ну, поймите, пороховые, то, что там от пороха они уйдут, то ерунда. Но дробь-то осталась. Дробь в радиаторе осталась. Дробь-то в радиаторе на машине осталась, там дробинок очень много. Вы, если хотите, завтра можете подойти, я вам покажу, там... Спокойно, элементарно. На телефоне у тебя фотографии есть. Ну, то на подожди, то мои фотографии. А вы можете себе завтра сфотографировать, подойти, посмотреть. Там прекрасно это все видно. Почему сотрудники не нашли ружье, почему они ему дали переодеться, и почему они не взяли у них... Как нам сказал следователь, для того, чтобы изъять одежду для проведения экспертизы по поводу пороховых газов, для этого надо постановление суда. Это надо, чтобы прокурор выписал бумагу, для того, чтобы искать ружье в доме. Он говорит, мы так с бухты-барахты не можем зайти в дом и искать ружье. А для этого надо постановление суда. Ордер на обыск. Тогда, говорит, мы заходим в дом, говорит, начинаем искать ружье, говорит, и говорит, изымаем вещи для экспертизы, говорит, и делаем, ну, говорю, ну, смыв для рук на пороховые газы. Подождите, это все произойдет через неделю. Говорю, вещи, говорю, постираются. Говорю, ружье, говорю, отправится совсем в другой город. Говорю, чтобы его никто не нашел. Но вы же говорите, искали ружье, заходили в дом. Но они вроде бы не нашли. Да, они искали. Заходили в дом. Так его никто и не нашел. Да. Пистолет у них изъяли сразу. Вот этот флобер, где было написано, что, мол, якобы из этого флобера был произведен выстрел по мужчине, так там, извините меня, дырка. И флобер, у него пулька, он не такой силы, чтобы сделать такую дырку. И в флобере 6 патронов, а было всего лишь выстрелено, в барабане было 2. Выстрелянных, и когда сотрудники полиции изъяли, так они и стояли, эти две... Так, две гильзы так и стояли в барабане. Да, когда... Это когда по ногам он стрелял. Да, я говорю, вот здесь стрелял, ищите вот здесь, они зарылись, эти пульки, они тут должны быть. Никто этому не придал значения. Да. Никто не придал значения, я говорю, вот где-то вот здесь. Вот одна и вторая, ну, в радиусе там, я знаю, она отлетает, не отлетает. Произведите еще один выстрел. То есть он не воздух, посмотрите. А именно вот вниз? Да, он вниз целился. И мы после этого поехали опять еще раз в больницу сделать рентген снимки, да, бо ему начало становиться плохо. Головы, да? Гематома очень. Вот, посмотрите. Ну, вот вы видите? Вот, потрогайте, если вам видно. Вот, смотрите. У меня на снимке видно, что вот эта сторона. На снимке, да, вообще все. Ну, не перелома, ничего? Нет. Ни к нам, и так и сегодня должны были подойти к невропатологу и судмедэксперту. Мы приехали, их уже, ну, пока мы были в райотделе, вот нам сказали принести вещи порванные.
Да, мы пришли, да. Нам все дня отфотографировали вещи, мы написали заявление. А почему не в, это получается уголовное дело? Но уголовное дело, я не знаю, как они его... Это покушение на убийство, правильно? Так разобраться. Я не знаю. Но подождите, это покушение на убийство. Это применение огнестрельного оружия к... И почему сотрудник... Он явно вас не целился в машину. Ну, подождите, к... как, а но может, у него просто дрогнула рука, и он вниз выстрелил? Вы считаете, что... Это явно покушение хотел... на убийство. У человека не все в порядке, его вообще-то не задержали. В РУВД я буду писать еще одно заявление на покушение на убийство. А первое, как вы писали? Первое, там мне оформлял следователь. Он, там просто, типа, что они оформляли? Нанесение материального ущерба, что-то такое, что типа машина, вещи, вот такое. А я завтра пойду напишу заявление на покушение на убийство, потому что я сижу за рулем, понимаете, я начинаю трогаться ехать, и на меня целится ружье в лобовое стекло. Я уже закрыл глаза, попрощался с родными, думаю, сейчас зашло, понят, все, ну, то есть уже ничего не осталось. Я так ружье закрыл, опустил и слышу только удар. Отсюда до вешалки, до стульчика. То есть он практически в упор. И все, и он целился сначала в лобовое стекло, потом опустил и лупанул в радиатор. Может, и он так целился просто... Попугать. Нет, не попугать, он целился, может, он так просто целился вниз лобового стекла. Да, получилось так, что у тебя рука дрогнула, что там. Ну, то уже как он стрелял, И вот он факт в том, что он стрелял в машину, в которой ехал жил. А у меня еще машина стоит на газовом оборудовании. А если бы он попал бы чуть-чуть выше и чуть-чуть левее, попал бы в газовый редуктор. Там газ, полный баллон газа. И это слава богу, что он уже стрелял тогда, когда я ехал лицом к нему. А если бы он стрелял, когда я ехал, отъезжал от него, у меня в багажнике стоит баллон на 50 литров газа. Стрелял бы в газовый баллон. Все, я бы с вами не сидел, бы не разговаривал. Там было 50 литров газа в баллоне. И непонятно, что оно, как, почему наши сотрудники... Во-первых, там и начальство... Приезжали, и полковники приезжали, были на месте. И должен был тогда, сразу же они должны были в этот момент вызвать и следователь и тому подобное. Вот же наша полиция хорошо работает, не знаю, как она работает. Но там была следственная группа? Были, следственные были, все были. Да, и ружье никто... У нас вроде есть и собаки, что ищут оружие и тому подобное. И никто ничего, и никто нигде не нашел. Как это так? Вы должны были обойти весь дом, перерыть его вверх дном, весь огород, и по соседям в огородах вы должны его были... То есть они аргументируют, что не было ордера. Да. Типа вроде нету бумаги, не нету того подобного. Так вот быть. Почему они не забрали вещи его? Не было разрешения, чтобы забрать ружье. Однако пистолет вы изъяли. У вас не было ордера, но пистолет вы забрали. А как так получается, что вы, получается, пистолет без ордера забрали? Пистолет был в руках, когда приехала полиция, он так и оставался в руках? Нет, он в руках. Они зашли, и он им отдал, типа, я только стрелял. Да, я только с пистолета стрелял, вот пистолет я вам отдаю. Сам отдал. Можно же элементарно, я на своей машине Део дам разрешение, чтобы с флобером не так пробили радиатор. Да. Если мне с флобера точно так же станет такая дырка... У меня у брата копейка есть, пожалуйста, я вам следственный эксперимент. Подгоняю такую же самую машину. Давайте мне этот же флобер, который был у него, и стреляйте, как он с такого же расстояния с флобера стрелять. Получится такая дырка? Да никогда в жизни она не получится. Потому что там четко видны дырочки. Там четко видны дырочки от дроби. Чай, кофе, сок, может, спасибо. У меня на телефоне есть фотографии, где видно конкретно дырку на машине, где видно цаточки на радиаторе от дроби. Там дробинки стоят. Вы же видели статью, там тоже есть фотографии. Да, там тоже, в принципе, есть. Да, потом от флобера. Просто близости увеличить, оно все видно, что там дроби. У флобера пулька спичечную головку получается. Это и та, которая вылетает уже с дула. Потому что я знаю, что я сталкивался с такими пистолетами, знаешь, что это такое. Такой силы, такую дырку сделать флобером, ну просто нереально. Они говорят, что это было произведено из пистолета этот выстрел. Сколько людей видела ружье, видела, слышала выстрел. А при вас кто-то из свидетелей говорил, что было ружье? Опрашивали этого дедушку? Ну там, ну, мужчина пожилой, от них домов 5-6, он говорит, да, я видел, как, ну, он стрелял. Я был возле полицейского, когда мы подходили к Паше. И дед говорил, я не знаю, что полиция там писала, понимаете. Вы отойдите, что они опрашивают.
я вам не могу сказать, что эта девушка написала, не знаю. Спросили, пришла молодой человек с девушкой и сказали, мы опросили соседа, да, сосед услышал 3 выстрела. 2 мелких и 1 большой. Ну, это уже понятно, что она вроде была во дворе, потом повыходили люди. Там и так видно, что как произошел, был выстрел, он сразу попал в радиатор, и с радиатора начал выгонять тосол. И там видно, как тосол начал капать, когда он выстрелил, я чуть-чуть проехался, и мне отец начал кричать «стой!» И все, я встал, и сразу под машиной образовалась лужа, потому что выгнала весь тосол. То есть там и так было видно, что был произведен выстрел. Было не так, что я приехал уже с дыркой в радиаторе, потому что если бы я ехал с пробитым радиатором, было бы видно, как я подъехал, были бы следы. А так все, только после выстрела там чуть-чуть прокапало, я проехал 1-2 метра, и все, я встал, уже погнала лужа, тосол, выгнала весь тосол. Сотрудники замеряли вот это все? Да никто ничего не замерял. Они там что-то высматривали вчера. Они высматривали, но никто не производил ни замеры. Никто не... Обычно, я знаю, в таких случаях производятся замеры, ставятся номерочки. Ну, знаете, как у них там 1, 2, 3, 4, 5, вот это все фиксируется, никто толком ничего. То они всегда по телевидению показывают, что они с видеокамерами и тому подобное. Тут я не видел никаких видеосъемок. Я правильно вас понимаю, вы обвиняете сейчас полицию в бездействии? Какие у вас претензии? К полиции претензии, что они не выполняют свои обязанности как положено. Они должны были, это получается покушение на убийство, они обязаны были найти это оружие. Они его не нашли. Ну, они на ваших глазах старались, да? Они заходили, но подождите, я с ними не заходил туда в дом. Да. И я не знаю, они просто заходили, чи там разговаривали с кем-то, чи просто заходили, скажем, может, в туалет. Вы извините, что я так выражаюсь. Ну, я же не знаю, зашло 2-3 человека, вышло, потом внимание опять прошли. Ну, то есть вы не можете утверждать, что они его не искали добросовестно? Тоже не можете так сказать, да? Ну, они его не нашли. Да, ну как так? Ну, оно же, это же не иголка, что это... Не, ну, мало, они же тоже не имеют права искать там, как положено по всем. Не имеют. Подожди, как это не имеют? Они обязаны, в случае перестрелок они обязаны искать. Сейчас пойдет постановление суда, сейчас дело до суда. И что, там уже ничего не найдут, там уже 100 раз вывезлось все. Ну, я тогда что? Тогда мы без ружья можно забить. Так и без ружья, по-любому, экспертиза покажет, конечно, что это дробь. Да, дробь. Экспертиза покажет, когда тогда эта дробь попала, в каком протяжении времени была прострелена машина. Но машина сегодня целый день простояла под райотделом. Под дождем. Под дождем. Постояла... Так ее не убрали. Да, она так и стоит, можно даже сейчас пройти, она там же еще. Она там так и стоит, моя машина. Я спросил вчера, почему машина не опечатанная, почему не загнанная куда-то. Ну что, они ответили, да, она под райотделом, что с ним. Ничего, я говорю, ну сейчас кто-то придет, разобьет стекло и спалит ее. У вас вообще никаких вещественных доказательств не будет. В данный момент по этому делу машина проходит самая главная улика, потому что машина пострадала от ружья, которого так никто не нашел. Я спросил, я вчера, когда с родила выезжал, говорю... Почему они ему разрешили покупаться? Почему они ему разрешили переодеться? Говорю, ребят, говорю, а машина так говорит, будет... А сначала они мне сказали, возьмите ключи от машины, загоните ее во двор в РУВД. Но так как я писал заявление, брат мой отогнал с полицейскими машину к райотделу, он отдал ключи от машины следователю. На то время следователь уже поехал домой. Вместе с моими ключами от машины. Я говорю, ребята, говорю, а где ключи? Ключи у следователя. Я говорю, так дайте мне ключи, я отгоню машину, говорю, загоню. Ну как это так? Говорю, главная улика, говорю, стоит на улице, говорю, под дождем. Говорю, кто? Ну мало ли сейчас в голову. Ну, они придут, стынут. Они там скинут в багажник, она взлетит. Они поняли, что, во-первых, это незаконное хранение оружия, потому что если, если было бы все легально, никто бы ружье бы не прятал. Дальше. Натравление бойцовской собаки. Второе. И третье, покушение на... Они поняли, что они сухими с воды не выйдут, они сейчас придут, бутылку с бензином кинут, спалят машину, все, и ты ничего не докажешь, потому что там все поплавится с помощью. Я говорю, дайте я загоню машину, ключей нету. Я говорю, тогда, говорю, что машина так? Да, машина остается под райотделом, а что с ней будет, она же под райотделом стоит. Типа под милицией никто ее не тронет. Но я сегодня приезжал, ну как стояла, так и стоит, слава богу. Но факт в том, что машина стоит под дождем. Вроде бы как мы сегодня сидели у следователя и слушали, что завтра будет проводиться следственный эксперимент по машине.
И только из-за что мне будут проводить, я не знаю, но сказали, что вроде бы как должны. Я говорю, у меня до машины газобедер, у меня до машины ремонтер, потому что я без колес, как без рук, мне нужна машина. Вы работаете? Да, я работаю водителем на первом хлебзаводе. Говорю, мне надо каждую ночь на работу ездить, потому что я встаю в час ночи, еду на работу. А, то есть вы на свои туда приезжаете, да, а там уже... мне машина нужна. Ну, мы вот завтра... Приезжают возле хлебзавода себе там на стояночке возле охраны ставят и дальше. Mm-hmm. Он сказал, я на следующей неделе вас еще вызову, поопрашиваю. И в качестве, вот что по заявлениям самое интересное, было написано 4 заявления. То есть мое заявление, заявление отца, его заявление и заявление его отца. Но наши 2 заявления объединили в одно, а их так и оставили 2. То есть я спросил, говорю... Встречные, типа, на да, сзади какие-то... Они вас в чем? А, я не знаю. А мы, я не ознакомливали, да? Нанесение интересных повреждений. В секретах следствия информации я попросил, как с вами связаться. Типа, нам не дали сегодня рабочий номер телефона. Я сказал, что адвокат хочет с вами связаться. Пускай он приедет. Я говорю, адвокат у меня сейчас находится в Одессе, и, чуть дальше даже Одессе. И приезжать им получается дороговато. Можно все по телефону, надо будет, он приедет. Нам сказали, если он приедет, мы предоставим материалы и тому подобное. Но да. Так никто ничего разговаривать допустим, не будет, ничего не будет. Я у следователя спросил, говорю, вы будете заниматься нашим делом? Он говорит, я буду заниматься 3. Я говорю, что 3? Он говорит, одно ваше заявление. Говорит, ваши 2 объединили в одно, говорит, и 2 их. Я говорю, а почему, говорю, наши объединили в одно заявление, а их так и осталось, и отца, говорю, и сына. Как это так получается? Что же следователь просто промолчал и все? Телесные повреждения отец свои заявил? Нет, у него не было никаких, его вообще никто не трогал. Вы никто не трогал отца. А какие тогда 2 разных от них заявления? Я не знаю, это неизвестно. Я знаю, может их не адвокат. Да, что-то там что-то хочет, под я это. Я не знаю. За сына, да. Но вы тоже его же били, там что-то есть, да, тоже какие-то? Да, никто не знает, что... Я чисто в целях самообороны, он на меня выпрыгивает с ружьем, отравляет на меня собаку, я буду стоять с руки в кармане стоять и смотреть. Нет, конечно, у меня просто инстинкт самозащиты. Естественно, что я тоже ему пару раз морду врезал, я же не буду стоять смотреть. И вот он, у него, как потом оказалось, они сразу приехали в больницу, мы пошли на свидетельство, он якобы пошел сдавать побои, у него оказались легкие телесные повреждения. Да, для него был судмедэксперт и тому подобное, да. Сразу побои снять, а для нас не. Хотя их ночью нет, они работают с 9 утра до часу дня. До часу дня. А ночью, откуда-то не возьмись, в морге появился судмедэксперт. Как он там оказался, я не знаю. А вы снимали уже утром, да? Мы сегодня поехали в РУВД, мы там написали за вещи, объяснительные на сохранность, то, что мы их отдаем в качестве улик. И поехали, он дал нам выписки, следователь, на судебную экспертизу. Мы приехали туда уже 2 часа дня, нам сказали, извините, вы опоздали. А мы работаем до часу. То есть вы так и не попали? Нет, он сказал, завтра с 9 часов утра приходите снять побои, снять... Я в больнице, я зарегистрировался, я сразу... И у нас в медицине же, я говорю, сделайте мне прививку от бешенства или тому подобное, мало ли собака. Я говорю, мне доктор вчера сказал, что должен сотрудники полиции должны осведомить о таком, что было нападение собакой. Должен был, я не знаю, как-то они оповестить ветеринарную службу, чтобы они наблюдали за собакой. И тому подобное. Я сегодня спрашиваю у сотрудников полиции. Она бойцовская собака. Значит, делают. Не, подождите, она бойцовская собака. Это не простая дворняжка, это бойцовская собака, что. Вы сомневаетесь, что у нее есть прививка? Ну, мало ли что бывает. Я тоже молодой, я хочу. Да, прививки как прививки. Просто понимаете, прививки надо делать. Вообще, у меня бойцовская собака тоже есть, у меня ротвейлер. Прививки надо делать в 2 месяца, потом в 3 месяца, потом в год. В 1.5 года, и потом каждый год делать прививки. В одну и ту же дату. А это можно сделать в месяц, в 2, в год сделать прививки, а потом, я уже делал прививки, 3 штуки есть и хватит, в случае чего вы вот есть. Вы будете просить там документы, не, да? Не, ну и никто ничего никого не оповестил, и тому подобное, я не знаю, за той собакой наблюдают или нет. Я сегодня у сотрудников полиции. Вам что-то доктор неправильно объяснил, вы неправильно поняли. Знаете как, посылают с одного кабинета типа в другой, идите ищи.
И я когда вчера попросил в приемном покое, ну, на скорой помощи, чтобы мне оказали, поставили прививку, мало ли чего, она не помешает, эта прививочка. Поставьте мне прививочку в случае от заражения или от бешенства и тому подобное. Поставьте. В Украине таких прививок нет. Это уже дело другое. Медицина, то уже вся суть не в медицине. Вы знаете, вот... Если оказать первую помощь, они обязаны. Это уже другой вопрос немножко. Я просто хочу вернуться к началу конфликта. Вот немножко непонятно, как-то не стыковочка. Просто вы пробуксовали. Да, ему не понравилось, что поднялась типа пыль. Там не было пыли, просто что. Вроде как щебенка. Как пробуксовка. Я с пробуксовочкой дал, и щебенка как этот застучала. Может быть, он испугался, что вы едете на него с ребенком. Да, нет, там получается либо, метров 30. Все, либо я ехал в крайнем левом ряду, почти по над забором, а он шел на противоположной стороне улицы и навстречу. То есть я с ним никак бы я его не зацепил. У меня, слава богу. Не прямо на него вы. Нет, конечно. Да, нет. Я ехал. И у нас от них расстояние 30 метров 40 это. И сразу понеслось бутылка, замах, бутылка лобовой стекло, начало и крики матами. Я уже еще больше влево и объехал, а ехал обратно. Я так к перекрестку подъехал, голову повернул, вижу, он уйдет собака. Думаю, ну поедешь, узнаешь, что ты там на меня кричал. То есть это практически сразу. Вы не доехали, куда ехали? Нет, мы доехали. Мы поехали, посмотрели. Это прошло минут 10-15. Да, 10-15. Я возвращался домой, вижу, он уйдет. Думаю, ну подъеду, узнаю, ну, что вызвало такую реакцию бурную, что я такого сделал, что нужно оно вам было. Что на меня с бутылкой кидались люди. Почему кидать в лобовое стекло? Он бросил бутылку? Он не бросил, он замахнулся. А я там возле лобового стекла, бутылка получается. И получается, он выбежал, он отбежал от жены, получается, к машине. Мы почти на середину дороги выбежали, начал замахиваться, орать матами, замахиваться бутылкой. Я так объехал и поехал. Поехали за сиденье. То есть вы не поняли, чем вызван коряк? Я вообще не понял, что я такого сделал, что на меня с матами бросаться на мою машину. Быть, негде было ему идти. Там. Ну, как это понимаете, опять-таки неизвестно, трезвый он был, или был он пьяный, или был он вообще. А вот эта машина вторая, которая с вами сравнялась, может быть, она его испугала, он уже на вас оторвался. Он ехал рядом с вами, да? Да, он, получается, стал... И вот он уже ближе к ним ехал. Он первый проехал, он там машина первая проехала, потом мы за ним. Он, получается, меня объехал первый и поехал, а я за ним уже так тронулся и поехал. Только пыль вот, да, вот. Да там не было пыли. Можете подозреть. Там щебеночка. Там просто как резина по щебенке начала. Днем я прошлись, короче, металлургов улицы Советской Армии. Да вот просто щебеночка. То есть вот вы ехали, они спокойно шли, вы не видели ничего, там никто, ни ребенок не плакал, не пугался, ничего. Вот, мы едем впереди, сзади нас машина, моргает, останавливается в левом ряду, ну, там одна, но он остановился ближе к сетке. Машина сравнивается с нами. Чуть-чуть дальше вот здесь получается практически майже напротив двухэтажный дом. Они находятся, вот здесь стоял КАМАЗ. Там стоит КАМАЗ, они аж там. Там можно замерить расстояние. Да, там можно. Там буквально уверенных 35-40 метров, 50 уверенных. Эта машина, что стояла рядом с нами белая, мы на желтой машине, а это белая машина. Трогается и едет впереди нас. После за ним ничего, он не кричал? Нет. Он поехал, и этот сразу за ним. Получается. Им ничего, но эту машину начал. Решили разобраться в чем дело. Да, я решил подъехать спросить, что вызвало такую бурную реакцию, чтобы кидаться на меня с матами, бутылкой, что я такого сделал. Сейчас уже жалеете? Да, как жалею? Чего я жалею? Если повторилось опять, вы подъехали разбираться. Мне просто машину жалко, понимаете, что машина пострадала ни за что. Да если бы повторилось, просто бы я бы не дал ему возможность взять ружье и... Да, как бы, ладно, вы понимаете, как...